Всем привет, добро пожаловать на канал Степлер. Мы с вами продолжаем проходить что? Hi-Fi Rush. Причем я серию подряд заметили. Потому что что? Дальше будет видно. Ну, наконец-то все закончилось. Готов к новым приключениям. А в смысле, тебя же Корсика задержал? Непонятно. Ну давай. Эй, чай, как поживает наша рок-звезда? Ой, ты нас уже рок-звездой называешь, это хорошо. Чай, рада тебя видеть. Круто, что мы совсем разобрались. И ты был круче всех. Откуда у тебя столько гениальных идей? Импровизатор. Я бы рад рассказать, но, честно говоря, я и сам без понятия. Я тебя понимаю. Ну, ладно, приляг. Отдохни. Ты заслужил. Спасибо, но... Я не должен быть тут. Я не прав? А? О. Здесь маленькие непонятки. Надо победить их всех, второй уровень. Разрушитель барьер. Вообще, можно забрать все? Все понял. Подожди. А ты что тут? У меня тут есть кое-что для тебя. Зацени, герой. Давай. Это просто магазин. Как же круто. Чай, должен признать, ты совершил настоящий подвиг. Ну что могу сказать, иногда я сам себе удивляюсь. Когда мы выпрыгнули из окна, я почувствовал себя супергероем. Я понял, что надо жить в моменте и не думать о последствиях. Золотые слова. Нет. Но без тебя ничего бы не вышло. Так нельзя. Всегда рад помочь. Всегда есть только позови. Потом, возможно, ты не будешь жалеть рано или поздно. Мистер Чай, вы самый настоящий бесстрашный лидер. Да? Меня на профиле? Мистер Чай, вы превзошли самого себя. Я осознал свою ошибку и составил для вас новый психологический профиль. Какой? Ну, и что там? Раньше вами двигало чувство неполноценности, но теперь вы обрели уверенность в себе. Вы подаете отличный пример всей команде, а также детям от 5 лет. Я прямо как герой мультика. Детям от 5 лет, ладно. И ребенок 5 лет сидит, играет. Так, а что есть? Ничего нового, наверное, нету, да? А что-нибудь новенькое? Давай шарфик. Старый оставим. Ладненько. Ну и чем же мне такому потрясному заняться? Я надеюсь, это все у тебя в голове происходит, да? Вот снимут про меня фильм, кто меня будет играть? Или даже круче, сделают обо мне игру, кто меня будет озвучивать? Ну и кем бы я был без робокошки? Робокошка вообще... Прекрасный компаньон. Даже рок-звездам иногда нужен отдых. Согласен. А теперь можно к сюжету? Поймали вроде как. Ну, мы победили. Как будем праздновать? Боюсь праздновать пока рано. Ты еще не понял? Спасибо за самоотверженность, но тебе нужно очнуться. Очнись. Стоп!
мысли очнутся. Тренировка. Чай, ты сейчас в плену у Корсики. То есть... Эй! Эй! Ау! Раз щелкай. Опять дрыхнешь? Ну а что еще делать? Я б тоже дрых. Это что, допрос? А теперь говори. Где скрываются твои сообщники? А ты отключи ваш новый ИИ. Тогда поговорим. Почему тебя так беспокоит спектра? Ты хоть знаешь, что это? Спектра. Обычное обновление. Мы его всем роботам ставим. Значит, ты просто не видела этот, ну, код спектра? Это ИИшник контроля разума. Этот, ну, код? Точняк, я и забыл. Из всего руководства только у тебя нет доступа к спектру. Задумайся. Ты меня утомил. Проспись и выброси из головы эту чушь про спектра. Я даю тебе последний шанс рассказать правду. Ой, да я и так правду тебе рассказал. Вернись обратно. Вы что, её боитесь, что ли? Ты чуть про спектры. Тоже мне. Вот бы сбежать отсюда. Блин. И восьмерка пропала. А это восьмерка палку забрала? А восьмерка? Восьмерочка, ты такая умничка. Восьмерка! Я знал, что ты меня не бросишь. Что ж, должна признать, твой план побега сработал, Чай. Да ну. Мята проявила любезность. Так, и что будем делать? Сперва надо вытащить тебя отсюда. Ну, погнали. Ну чё, пошумим? Не заходи туда. Не надо. Нет, не заходи. Бой. Не надо обижать уборщика. Карма. Итак, и где мы? Мята, давай краткую сводку. В тюрьме. Что, опять забыл, о чем мы говорили? Мистер Чай, при общении важно слушать собеседника. Эй, я стараюсь. Нам нужен пароль Корсики. Так, так, продолжай. У Корсики нету пароля. И раз ты в охранном корпусе... А, понял. Надо найти Корсику. Да иди уже, попробуй выяснить, куда она ушла. У Корсики нету ничего. Вы же сами говорили. Отчет о поимке дефекта. От кого Корсика? Мы его поймали, мы поступили... Мне поступило много сообщений о победе дефекта из проекта Армстронг. Благодаря усилиям службы охраны нам удалось его поймать и заключить под охрану. Хочу поблагодарить сотрудников Центра производства и НИО за содействие и жертвы, на которые им пришлось пойти в ходе операции по заключению дефекта под охрану. Сейчас дефект содержится в камере охранного корпуса, где его охраняют наши лучшие сотрудники. Уверен, что теперь все будет в порядке. Корсик. Не, вряд ли. Вряд ли все будет хорошо. Сюда можно зайти? Нельзя. Сюда можно зайти? Нельзя. Так много игрушек. Нам туда, но мы сходим сюда. Оп. Тут тоже детальки есть. Путаю клавиши. Тун-тун-тун. Ну и... Не уходи. Вы же не будете уходить? Нет! Не везю. Почему?
Ладно. Ладно. Ладно, все. Надо просто успокоиться, расслабиться и получать удовольствие от игры, да? Эй, согласен с вами, ребят. А почему эта дверь не открывается? Ладно. Ладно. Сканирование. Данные не распознаны. Данные не распознаны. Ты же не будешь меня бить? Охранных лазеров. Черт, зачем? И тут лазеры, Дзанза. Ну давай. Отсюда. Внимание, это Корсика. В охранной системе первого корпуса возникли неполадки. Я сейчас очень занята. Направьте туда всех наших ремонтников. А чем ты занята? А чем ты, интересно, таким занята? Не попадай под эти штучки, и все будет нормально, да? Просто ленточкой перегородили, типа сюда нельзя заходить. Жизни, жизни. Как пользоваться бочкой и вот это. Я же могу как-то эту фигню пользоваться. У меня же есть эти, ё-моё. А почему я не подобрал? Я же подобрал батарейку. Ладно. Странно. И чё, мне поэтому надо будет ходить всему? Да, ты! Ты тот самый ремонтник? Да, я тот самый ремонтник, я могу тебе помочь. Уязвимости пришел устранять. Да. Уязвимости? Именно так. Стопэ, а с чего вдруг для ремонта отправили испытуемого проекта Армстронг? Потому что я уникальный. Не узнал меня? Это же я! Чай, заткнись и подыграй! Да я пришел систему охраны чинить. Клево. А то мы тут чё-то совсем все застряли. Центральный лифт не работает, нужно подключить все энерготочки. Точняк! Электроцепочки. Подключить к сети, типа... Не энергоцепочки, а энерготочки. В общем, они у нас в трех кабинетах. Какая разница? Так что вперёд, приступай к работе. Центральный лифт приведет нас к системе лифт. А по ней ты сможешь попасть в корпус. Центральный лифт приведет нас к системе лифта. Первая энерготочка находится близ лифта. Подключишь ее и сможешь подняться наверх остальным. Хорошо. Опять работа. Вот блин. Опять работа? Как же Корсика надоело. Нет, ты только прочитай. Сразу видно, перед начальством выслуживается. Пересланное письмо от Корсика. Хочу напомнить всем сотрудникам о необходимости соблюдать правила корпоративной безопасности. Знаете ли вы, как часто сотрудники ошибочно принимают посторонних за коллег, чтобы не допустить такой оплошности? Следуйте этим правилам. Всегда требуйте показать корпоративный бейдж. Мы выдаем их не просто так. Если видите незнакомца, не надо по умолчанию считать его каким-то парнем из соседнего отдела. Не допускайте, чтобы кто-то проходил в двери следом за вами. При необходимости сбейте подозрительную личность с ног и бегите, чтобы за вами не последовали. Не допускайте, чтобы кто-то проходил в двери след за вами. При необходимости сбейте подозрительную личность с ног и бегите, чтобы за вами не последовали. Я уже это читал, дурак. Как бы невзначай задайте вопрос, которые могут указать на то, что ваш собеседник у нас не работает. Пример. Ну и давно тебе прислали из, назовите, компании конкурента, чтобы разнюхать корпоративные тайны Вандлы. Мы заботимся о безопасности всех сотрудников и просим вас соблюдать эти простые правила. Корсика. Чувак, ты не соблюдаешь правила? А чё, у меня день? У меня есть. Так. Давай-ка мы... яд купим. Так, я так понял. Улучшить можно? А ведь реально можно улучшить. Мощный удар током от мяты.
Я вообще... Как я испуг... А, так это опять надо вот... Все, до свидания. А ты что-то можешь мне сказать? Интересно. А, все, понял. Тебе что? Да вообще-то... Ну, раз болтать пришел, то и поработать может. Но я... Когда энерготочки отрубились, мои дроны разлетелись кто куда. Эй, ты? Короче, дроны стащили мои чертежи. На... Все, понял. Принести чертежи дронов. Короче, занимаемся работой, да? Здоров. А это разве не те глазики, которые типа, ну, того самого? Да. Интересно. Хорошо, поехали. А это все обязательно. Мистер Чай, не забывайте, под угрозой контроля именно ваш разум. Ты чего, дружок? Добудем пароль Корсики? Считай, полдела сделано. Еще три босса Вандалы, еще три пароля. С ними мы отключим спектра. 3+3 = 6, мята. Я не тупой, умею считать. Что это тут? А, читайте. Стихи автор уборщик. Я сочинил стихи про уборку. Я мою полы и прибираюсь, но роботы не производят грязь. Я все равно мою полы и прибираюсь. Пусть те, кто обнаружит мудрые слова, обретут покой. Нет, спасибо, я хочу пожить. А, тут красавчик Джек. Давай. А нет, еще не все, что ли? О. Денежку заработали, на камеру попались. Нормально. Так, батареечки подобрали. Указания все время менялись, но охранные лазеры я установил. Хоть они и не работают, потрудился я на славу. Так это ты стихоплет? Ири-ири-ирин. Ладно. Я надеюсь, что они не работают. Так. Охранный корпус тоже охраняет. Да? Бой. Ладно. Вперед, мята! Да! Мята! Бой! Начали! Блин, успел. И... Все? А это кто? У самурая есть цель. Защищать начальство любой ценой. Да? За дело! Я их отбылил. Квинтокор! Что это такое? Не! Ты что, дурак, что ли? Погнали! Бежал? Теперь ты, ребята, сюда! Так, все понял. Я им покажу. Погнали! Вперед! Покажи, маг! Я их отбыли! Начали! Квинтокор! Он промазал. За дело! Подвисься! Похоже, он отражает любые атаки. Да, это попробую понятно. Попробую отразить его контратаку, Чай. Должно помочь. Да? А можно перевести? Да. Сейчас я пойму, как его бить. Я ему набью морду самурайскую. Охранный корпус тоже. Тоже охраняю, что понятно. Бой! Это! Так!
сторон! Катаемся! Начали! Теперь ты, ребята! Ты звал? Самурай должен появиться. Пропусти, пожалуйста, самурай. Я понял тебя, самурай. У самурая есть цель. Защищать начальство любой ценой. Это хорошо. Квинтокор! Задел! Вперед! Теперь ты! Янь, родной лев. Ну, давай. Давай, макарон! Готов? Макарон! Я им покажу. Теперь ты, мята! Помочь? Мята быстрее перебирается. Да! Задел! Давай, макарон! Конечно, давай. Чего? Теперь ты! Готов? Мята! Твой выход! Ты звал? А, это все? Это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. Это и есть энерготочки? Видимо, да. Они действуют в разнобой. Когда сферы откроются, я смогу пальнуть по ним и закрепить потоки данных. Теперь ты, мята! Задай им чай! Бинго! А теперь к следующей. Чай, ты не работаешь, это работает вместо тебя. Верно. Доступно новое ряд. Чего? Ты. А я не могу по нему ударить. Давай, макарон. Доверься. Погнали. Да. Ладно. Рано. Молодец. А почему? А, все, понял почему. Теперь ты, мята. Ну давай. Вперед, мята. Зажжем. Теперь ты, мята. Ты звал? А по этой заряжу со всей дури. Давай. Нет, опять кнопки нажимает. Начали! Вот так вот тебе за это. Начали! Я молодец! Да. Да. Это ты все подключил, значит? Как ну, кто? Без тебя я бы ни за что не справился. Возвращайся в главный зал. Надо подключить еще две энерготочки. А куда? А, главный... Опа, они не работают случайно сейчас? Подожди. Он сказал, что какие-то дроны у него есть, но тут явно ничего не было. Пожалуйста, ребят, не работают. Какие душные противники, почему их нельзя просто побить? Мята! Твой выход! Все хорош. Спасибо. Ящички восстановились, спасибо. Ладно. Прости, что пришлось пылесосить из-за меня. Я не хотел.
прыгать. Ой, прости. Получай! Кого получай? Кого получай ты? Чай. Кого молоток! Получай? Одну энерготочку из трех ты подключил. Теперь поднимайся к остальным. Два пути. Выбирай, дружок. Спасибо, ты такой добрый, я прям не могу. А вообще три пути, да? Ну, давай сюда сходим. А, отсюда мы пришли, нам надо вот сюда. Ну, пошли сюда. Теперь ты мёда! Задай им чай. Кому им? Что тут? FWD. Советы по работе с энерготочками. Просто решила всем переслать, это полезно знать каждому. Понятно. Это просто руководство поможет понять, можно ли вам работать с энерготочками. Знаете ли вы, что из себя представляет пользовательская энерготочка? Если да, прекрасно, значит, вы можете с ними работать. Знаете ли вы, какие страшные муки ждут тех, кто застрянет в энерготочке? Если нет, прекрасно, вы можете работать с энерготочками. Если у вас есть привычка пинать предметы, если они не функционируют как задумано, если да, вам запрещено работать с энерготочками. Кайф. Эй. Ну ты посмотри! И как мне туда подниматься? Я лучше просто подожду. Все как-нибудь само образуется. Само не образуется, поэтому что? Ребят, привет. Бой! Задел! Помочь? Теперь ты! Закатаем рукава. Так, блин. Начали! Все? Это хорошо. Не все. Ща, подожди, я нажму этот пуш. Все, пуш, погнали. Не понял. Знаете, а Корсика не похожа на других боссов? В смысле? Она не такая чокнутая. И она явно удивилась, когда я сказал, что Спектра предназначен для контроля разума. Да, я тоже заметила. В отличие от остальных, она не попыталась убить вас при первой же возможности. А почему начальницы охраны ничего не сказали про Спектра? Видать, не доверяет ей руководство. Ну, или может просто считает, что ей незачем об этом знать. Потом нас ждет что-то шикарное, да? Это да. Теперь ты, мята! Ты спал? Сейчас кто есть начнет? По-моему, одни роботы. Машем макарон! Не то. За дело! За что? Теперь ты! Помочь? Луч не проходит. Сейчас все будет. Ну давай, я не подождать, чтобы все было идти. Или нет, ладно, сам скажу. Никак не это должно. А? Задело! Да! Все заработало, да? О, да, нам туда, да? Мята! Вперед! Давай. А почему? Не работает, когда я... Игра, почему не работает, когда я там? Ну, давай. О, еще один. Чип.
Так. Надеюсь, не помню. Начали! Не понял. Начали! Начали! Да что ж ты будешь делать? Давай еще раз. Начали! Начали! Ладно. Да ё-моё, ты чё, алё? Начали! Начали! Готово. Мало по-малому, но справляемся. Осталась одна энерготочка, мистер Чай. К ней можно пройти через главный зал. Точно через главный. Робот. Что происходит? Понял. Не понял? Понял. Умничка, я умничка. Что за... Да, господи. Закрыла! Ну давай! Макарон! Подбить! Ты хорош! Теперь ты! Покатаем рукава! Теперь ты, ребята! Ты звал? Всё, я надеюсь. А вы откуда? Да нет! Ребята, мой выход! Погнали! Зашибись! Теперь ты, ребята! Вперёд! За дело! Конечно, парень. Да, да, теперь да. Ты! Да, что? Начали! Квинтокор! Это! Ну давай! Смажем макарон! Я их покажу. Погнали! Погнали! Давай, макарон! Доверься! Вперёд, ребята! Задаем тебя! Задел! Покатаем рукава! Теперь ты, ребята! Хорошо! Ай-яй-яй! Ребята, ай-яй-яй! Ой, ну давай! Погнали! Подвинься! Почему банка с ХП не работает? Объясните мне, пожалуйста. Или она должна типа заполниться? Игры. Нет, не нужно. Его нет, ну ладно. Так, легко. Бой. Теперь ты! И вот этого я пока бью эти. Да иди сюда! Теперь ты, ребята! Погнали! Так, все, хорошо. Начали! Давай! Квинтокор! Теперь ты! Да, что? Смажем макарон! Вау! А, наверное. Начали! Давай, макарон! Готов? Это! Мой выход! Погнали! Конечно! Погнали! Ты спал? Теперь ты, ребята! Да!
Давай, макарон! Ты спал? Покажи, Марк! Конечно, парень! Вперед, ребята! Ну, давай! Давай, макарон! Готов? А, блин, не люблю я этот сегмент. Хорошо. Ладно, давай. Давай еще раз. Давай. Список комбо. Что будет так? А, ну в принципе ничего сложного нету, но почему у меня банка с КП не работает? Бой! Он твой! Глотаем чай! Забил! Забил! Начали! Так, это хорошо. А, теперь. Согласен. Теперь ты, погнали! Винтокор! Погнали! Вперед! Запил! Бейсбол? Давай. Так, начали! Согласен. Теперь ты! Покатаем рукава. Лето! Ну давай! Забил! Упал! Погнали! Я готов! Погнали! Зажжем! Машем макарон! Подвинься! Тин там та там там там. Покажи, Марк! Конечно, Марк! Да не-не-не, хорош! Хорошо, конечно. Вперед, ребята! Да! Давай добей их! Доверься! Хорошо, пока! Еще? Нет? Фу. Давай, уехали отсюда. Что здесь? Что за душный противник? Там есть почитать что-нибудь, нет? А, есть. А, ну, подожди, с находочками я... Макарон! Готов? Дай свой макарон. Я не понимаю, почему бочка не работает. Мята! Помочь? Нет. Ты что, живой? Наркоточка включилась. Ха, теперь. Так, можно... Ага, наркоточка самой собой включилась. Теперь можно поспать, да? Жопа ленивая. Само собой... А, нам туда теперь, да? Спасибо. Спасибо за подсказки. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну что? Бабочки, а зачем тебя меня не предупреждали? Я же не смогу донести... Все понял. Ну, сейчас я поможу. Теперь ты! Подвинься. Все. Можешь проходить. Бабочки, путь свободен. Но надо же, как высоко. Но и как же мне туда подняться? Хочешь, я тебе помогу подняться? Нет, не хочешь? Ну ладно. Все, проходи.
А, все, нельзя с тобой поговорить. Понятно. А жизни-то и нет. Я надеюсь, мне снова не надо подраться. Игра, спасибо. Отдужью. Очень хорошо. Погнали! Ты звал? Да, я звал. Спасибо. Потрясно. Так. И все, что ли? Может, ничего не было? Это как себе секрет. Что это? Стой, это что? Комиксы? Иллюстрированные чертежи? Да нет. Настоящие комиксы. Ну, раз уж он попросил. Как они выглядят? А я-то думал. А тут? Ладно. Мы найдем у тебя комиксы. Хочу купить тебе комиксы. Не проще. Может, проще? Ты? Сколько? Ладно. Там будет больше. Ну нет, а ты знаешь, что ж ты будешь? Бой! Теперь ты! Подвинься! Оп! Квинтокор! Огонь! Начали! Квинтокор! Начали! Что, еще что ли было будет? Опять! Макарон! Конечно, парень. Ну давай. Погнали!
закатаем рукава. Винтокор! Так, один готов. Макарон! Упал? Начали! Винтокор! Нифига, ты чё, уворачиваешься? Закатаем рукава. Задел! Задаем чай! Теперь ты! Готов? Погнали! Закатаем рукава! Это! Да! Теперь ты! Подвигся! Да нет! Да-да-да! Вот блин! Ты пытаешься. Теперь ты, мята! А они? Бой! Задел! Ты звал? Типа игра такая, ты уже должен справляться, да, с бешеным? Макарон! Заветься! Должен справляться, да, с противниками, типа я? Вперед, ребята! Начали! Винтокор! Почему? Погнали! Него? Ты звал? Теперь ты, ребята! Вперед! Начали! А вы откуда? Ага, вот откуда они, да? Забила! Подвиг! А если... А, его можно... Смашем, Макарон! Катаем рукава! Квинтокор! Оп. Начали! Квинтокор! Нормально, да? Теперь ты! Шарик отвалился. Они вроде легкие. Я ее запросто на место поставлю. Хорошо. Замечательно. Мне просто интересно, что же... Наверху ничего нет? Наверху есть еще. Ладно. Давай, Макарон! Я их одной левой. Ты сказал, что поставишь, а не закинешь. Я не должен спорить.
как же ты будешь пылесосить? Как твоя жизнь это пылесосить? Не такое? Понимаю, как я вообще сюда попал? Как мне теперь возвращаться? Мне нужна карта, а то я еще потеряюсь. Ты не потеряешь. Погнали! Конечно, нет, погнали. О, опять это ядро. Ну давай. Дай с первого раза. Начали! С первого раза! С первого! Извиняюсь. С первого нас раза! Нас что, заперли? Рядом с основным потоком данных есть выход. К счастью, все энерготочки включены. Теперь можно спускаться к нашему другу-роботу. А он точно нам друг? Вы уверены в этом? Я немножко не уверен. Отдай. Ой, ну пошли вниз. Надеюсь, так я попаду прямо в главный зал. Осторожно, обрыв. Дэш. Защита взрывов не касается. Что-то многовато тут охраны. Крыса нет во всех смыслах. Что за крыш бандикут пошел? О работе лазера после установки стереть. 5 звезд? Хорош, все давай. Ай. Ай, ты какого? Все прошел. Это можно было пройти еще раз. Так. Так какого? Хорош. Отстой. Отстой. Отстой умереть в таком моменте. А, да что ж ты будешь делать-то? Надеюсь, так я попаду прямо в главный зал. Да, это... О! Все заполнилось. Тут легко, хорошо, согласен с вами. Что-то многовато тут охраны. Так... Крыса нет. Так, это все легко проходится. Вот это вот непонятно как. Дай. А, я прикинул. Кто все равно цепляет? Что за... Дай задницу, короче. Оу, вот мы пришли, да? Тут тебя. Божечки! Ты починил точку? Да. Меня не уволят! Ура! У тебя такую милаху бы и не уволили. Нам куда? Нам сюда? Да, нам сюда. Надо же! Починил! Думал, я облажаюсь? Я же электрик. Ну, ты ведь как-никак человек, все дела. И что? Да я супернадежный парень! Мамой клянусь! Ну, такое себе. И как тебя вообще на Армстронг взяли? У тебя видок, как у хипстера. Да что же ты... Хипстера? Штаны его узкие. А вот сейчас обидно было. Ладно, пожалуй, я пойду. Вот и иди. Центральный лифт заработал, можешь доехать на нем до лифта. Вижу, у тебя появился новый друг. Нет. Чего? Он же над моими штанами ржал. Ну и что? Здесь мы закончили. Спускайся на лифте, оттуда дуй на лифт и в корпус Корсики. А мне нравятся ваши штаны, мистер Чай. Спасибо. Звучит не очень, но спасибо. Не-не-не, лучше робот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик. Подписывайтесь в группу в Телеграме, в ВК. Всем спасибо. Всем пока.